таких, наверное, момента. Это первое, конечно, у всех в голове игра с холдингом 15-го. С этим ничего не делаешь, в головах все эта игра сидит. И плюс еще после поражения немножко и переезд сказался, и может чуть-чуть дорога, то, что не восстановились, наверное, да, вот этих факторов, что по качеству, наверное, из домашних самая такая была слабая игра, наверное, по качеству игры. Твой гол оказался победным, вспомни, как получил, как забил. Ну, начало эпизода не помню, но в конце в стеночку сыграл с Грузновым. Пробил угол. Вот, когда гол забил, ожидалось, что дальше так будет тяжело, что он окажется победным? Честно говоря, мы еще пару, тройку моментов не реализовали, поэтому забить на второй, третий, один-один выходы были, два. Поэтому даже по такой игре должны были больше забивать и выиграть увереннее. В том эпизоде, когда тебя сбили в первом тайме, как считаешь, должно было быть удаление у соперника? Ну, мое мнение, что да, потому что я успевал на мяч, это выход к воротам. И мне такое ощущение сложилось, в наши ворота удаление поставили. Вот. Ну, как настрой на холдинг? На холдинг все, наверное, думают уже об этом. Сейчас в развивалке, да, все мысли уже об этой игре. Понимаем ее важность, поэтому будем готовиться. Спасибо большое.